Здесь зум, что ли, Паш, стоит? Нет, не включил. Не, может, и зум стоит. Ну, смотри. Нет. Нет. Ну, надо, да. Что надо? А, ты идешь, иди передо мной туда, стой. По-моему, там сломалось копье. Это стрёмно. Кто следующий-то? Народ. А он уже стрел, да? Ой, там еще легенькие, слава богу. Они меня увидели сразу. Ага, Фрида. Ура. Ура. Мне такой, как у Махнова, я скажу. А можно поближе куда-нибудь, да, Андрей? Да. Сколько живности. Может, пока... Ну, ладно. Уже почти сам волнится, но надо так вот... Шатры. А я так же кину, как могу. Так, мужчина, вы перебрали. Не больно. Две попали копьем в голову. Ого. Никто не хлопает, а вы хотя бы хлопаете. Ты рядом в центр было прямо тут. Ну и что? Процент попадания не столько велик. Да, да, чтобы... Что это девочка сделала всех? Смотри. Нет. Разочарование. Она не сделала. Главную часть. Эй, ура! Это надежда для меня. Главное, себя не поранить. Ну, потом в перетягивании каната, по крайней мере, встанем. Если себя поранить, это будет гораздо мужественнее. Когда твоя неудача затеряется в толпе других перетягивающих. Так что не надо рисковать. Паш, ты скоро? Наверное. А вот что такое вот это? Что, вот это снимать? Да. А вот это что такие? Это там типа ручной, чуть не ручной, так я не знаю. У них кровавые обувь. А нельзя зум? Это вот, чтобы открыть. Что там свое, кстати? А я справилась, когда женщина не написала. Сколько комаров? И причем все на меня. Потому что я вегетарианец. Не надо им говорить, что я вегетарианец, а Даня мне сразу до самого линка копьет. Крохер ложит. Блин, я ненавижу комаров. Паш, ты уже скоро? Паш, мне кажется, оно было увеличено, да? Сейчас вот мальчик? Да. Слишком много пива, да. А Паша теряется, кстати. Паша, сейчас копья. Смотри. Паша, дружи, трясись, нервничай. Паникуй. Слушай, это Тань, ну оттуда, можно вообще ментально? Снимать, фоткать? Да. Ну как она успеет-то, блин? Давай на видео сниму. А может на видео? Не фоткать, не ладно. Тебе покажут, как нужно. Вот видишь, все подходят слабо. Nice try! Дай-ди. И вообще, во все стороны. Да вообще лажа, вообще лох. Тань, ты следующий. А, ну ладно. Ну, по крайней мере, я докину. Блин. Да, конечно, он возьмет. Спроси его сама. Мам! Не хватило сил удара. Зато я попал. Мам! Еще раз. Мы ничего не добились в жизни. Извините нас, потомки. Shame on us.